Sony Ericsson W810. Замена подложки клавиатуры. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Sony Ericsson W810». Как правило, подложка выходит из строя из-за попадания влаги в корпус телефона. Подложка приклеена на двухсторонний скотч. Отделяем ее от пластмассовой вставки металлической лопаткой. Далее отсоединяем шлейф подложки клавиатуры и вынимаем саму подложку с пластмассовой вставкой. Затем отсоединяем подложку от пластмассовой вставки. Новая подложка крепится на двухсторонний скотч к пластмассовой вставке. Далее аккуратно вставляем подложку клавиатуры, защелкиваем коннектор и прижимаем саму подложку к корпусу. Все, подложка клавиатуры заменена.